Главный ингредиент у нас будет это банан. Соответственно, мы его должны очистить и нарезать. Можно мелко, можно крупно, кому как нравится. Я люблю как можно мельче. Также в этот йогурт можно добавлять любые другие фрукты. Может быть, кому-то нравится даже с овощами. Можно добавить апельсин, к примеру, или ананас. Не знаю, что у вас есть под рукой. И помещаем наш банан в стакан. И добавляем туда кефир. Лучше использовать для этого биопродукт, либо кефир, который вам больше нравится, либо приближенный по вкусу питьевого йогурта.